В 6 из 12 национальных проектов участвует Нижний Новгород, говорит мэр Владимир Панов на встрече с членами общественной палаты. Эксперты считают, что для градоначальника это тренировка перед 11 декабря. Тогда мэр должен будет отчитаться перед депутатами об исполнении нацпроектов в этом году. Вопреки ожиданиям, Владимир Панов только дает краткую сводку о выполнении проектов. По существу отвечают его заместители. Леонид Самухин докладывает, строительство школы в цветах более чем на 1500 человек находится на финальном этапе. Сдать обещают в срок. А вот сдача школы на 675 человек на проспекте Гагарина задерживается. К зданию никак не могут подвести тепло. Проложить трубы можно только по территории соседних домов. Жители с такими намерениями не согласны. Пока мы не проводили экспертизу, почему это происходит, но это, конечно, вопросы, которые будут интересовать все комиссии по направлениям общественной палаты. И вот в первую очередь мы начнем заниматься, ну и вот уже в следующем году, мониторингом реализации этих проектов. Изменится ли показатели к 11 декабря, станет известно совсем скоро. В любом случае, выполнение национальных проектов находится не только под вниманием общественников, но и на региональном уровне. Александр Шеломцев, Алексей Завулов. Время новостей.